Где вы сегодня были? В кинотеатре. Кино вообще, да. Ну, в кинотеатре, все правильно. А что вы смотрели? Мультфильм. Про что? Про Адамса. Да! Но это не Адамс был. Да, Адамс. Это была семейка, но не Адамс. А Бигфут. Бигфут, знаешь, как расшифровывается, как переводится? Большая нога. Видели, какие у них большие ноги? Да, он бегал сильно, мальчик. Очень быстро, да? Да, и он упал, а руки у него волшебные, даже ногу успокаивают. И он даже и быстро умеет бегать, и опять упал, и потом рукой волшебной. Успокаивает. Залечивает. Не, успокаивает. Залечивает, все правильно. Лечит, да? Не, успокаивает. Успокаивает. Ну ладно, успокаивает. И она уже не болит, и тогда можно дальше бежать, да? Да. А вы куда пришли вообще? Куда вы пришли? Эй, ты где? Макдональдс! А что тебе дали? Расскажи, что это за игрушка у тебя там? А покажи коробочку саму. Что там? Ого! Ничего себе! Мелания уже балуется. Все. Ой. Это ты сама выбрала? Вот с этой стороны открывается, тут с этой стороны. Нет. Вот здесь вот. Вот тут открывается. Ты что еще? О, стой, ты же порвешь сейчас. Стой. Давай, я открою. Вот так. Оп. Мелания, ну не балуйся, пожалуйста. Вон люди смотрят на тебя. Ешь, пожалуйста, если уронила на стол, уже не бери ее, не ешь. Ну что она? Покажи. О, это что, это браслетик такой или да. Что это? А, браслетик точно. Нет, это не браслетик. А что? А, это прятаться. Спасите, у меня ловушка. Я помогу тебе. Где он здесь? Я тебя спрячу, да? А чтоб волк тебя не съел. Спасибо! Все, ладно, давайте, кушайте. А я свою еще не покажу. А я буду свое мороженое есть. А, точно, давай показывай свою. А я еще не показала тебе. У вас же разные. А, давай. Сейчас. А что-то упало. Это... Я слышу, что что-то упало. Это мой твой браслет. Ну что? Вот Милашка, мой. Что у тебя там? Показывай. Вот мой браслет. Глобус и угу. Такая вот девочка. Это девочка такая снежная какая-то такая. Ой, она что-то она делать умеет или вот что? Стикеры. Вот стикеры. Инструкция там есть. О, это да, такие наклеечки, да? А вот это моя. А это вот инструкция. А, Настюша! Я поняла, как у тебя. А покажи свою инструкцию. Настюшка, я поняла, как у тебя делается. А у Мелании делается по-другому. У Мелании делается вот так. И как-то оно... Нет, оно как-то вот. И тут какая-то штука такая. И оно как-то крепится. Вот эта вот штука одевается сюда. А как там дальше его, я даже не знаю, надо... О, оно защелкнулось. Вот, и дальше что с ним делать? Надо посмотреть по инструкции, что с ним делать дальше надо. А тут какая-то штука, типа можно вешать, наверное, куда-то. Можно на рюкзак, наверное, повесить, покажи. Мы хоть туда его прицепили? Ну, вроде да.
Вот они какие есть. А моя порвалась наклейка. Так ты ее сама только что порвала. Блин, Настюша, это вообще мои. У вас одинаковые. У вас одинаковые. Вообще-то это мои стикеры. У вас одинаковые, у нее тоже есть. Это вообще мои. Это мои. У меня в коробочке было. Это мои, Маша. Вот, Миланя, твои, смотри. Милаш, вот твои. Милаша. Ты что, потеряла их, что ли? А где они были? Вот, на столе лежали. У меня, да? Нет, вот здесь вот прямо на столе лежали. Вот тут. Вот тут. Ну все, давайте тогда быстренько докушиваем, пойдем домой. На улице холодина ужасная. Очень холодно сегодня, да? О, покажи, а покажи свой блокнот. Мы Наташе покажем и Соне. Покажи, какой у тебя блокнот. А я покажу свою игру. И что в нем прикольного, Миланя, расскажи. Нет, а чего ты его купила вообще? Что в нем прикольного в этом? Ну, короче, вы сами покупаете. Ну, покажи, что в нем прикольного. Милаш. Туда можно все записывать. Да, понятно. А почему именно этот блокнот ты взяла? Я его уже показывала. Наташа не показывала. И Соне тоже. Покажи, что он волосатый такой весь. А что в нем еще есть прикольного? Ты вчера рассказывала про него. Не узнаю. Он мягкий. Да. Настюшенька, давай, зайка, будешь кушать, давай. Мяу, я боюсь тебя. Настюшу боюсь всегда. Царапка у нас тут такая. Ладно, будешь показывать Милане свой блокнот или нет? Нет? Ну, как хочешь. Настюшка, ты кушать будешь? Чего мы пришли сюда? Расскажи мне. Есть! Ну, так от чего вы не кушаете? Ну, так кушать. Попкорн ела. Мама дала Гали. Меня. Тут такая волосатик, и тут еще сквиш, и он еще пахнет. Пушистик. Пушистик, да. Блокнот пушистик, да, у нее такой. Да. Да. Мелания любит свой блокнотик. Вчера поменяла на свою пижаму. Выбрала себе в магазине пижаму, отказалась от пижамы и купила себе пушистика такого. Да? Мелания, не жалеешь? Нет? Ну, смотри. Ну все, давайте кушать. Эй, ты кушать будешь? Эй, человек. Сейчас. Спасите, помогите. Все, ладно.